Привет всем! По многочисленным просьбам решил опять снять рынок Теулада и цены на различные вещи и фрукты и овощи. Все быстренько. Огурчики евро 50, видите? Привет! Todo barato, todo bueno! Петрушка, кинза, todo barato! Vamos, vamos! Ahí tenemos un par de kilos, я не помидорки более-менее евро 59, два пучка вот салатик, то есть картошечка 0,59, какая хорошая, яблочки видно, да? 5, что за яблоки странные, это какие-то смесь чего-то, бульдога с носорогом, киви. Я сижу на низкокалорийной диете, ничего не покупаю себе сладкое. Понятно, да? Курма 99 центов, персики даже по 90 центов. Вау! Эй, ты чемпион! Ананасик. Мандарины, мандарины. Bolsita tenéis aquí. Hay de lance y ahí en el lado. ¿Para qué? No, 5 кило за 3,90 отдают. Лимоны зеленые. Ого, чеснока, сколько грибут себе. Они что, их в чулках, что ли, хранят? Полкило стоит евро 50. 2 евро кило. Грибы. Я уже этого всего давным-давно не ем. Только яблочки кислые. Но зато сбросил 18 килограммов. Сколько оливок, бомба просто. Вау. Вау, вот оливки я обожаю, вот они, там. Просто бомба, да, что у нас здесь, бананчики, 1,2 евро за кило, 2,50 ананасы, 2 евро за кило виноградик. Чего лупятся все на меня, okay, что я снимаю? Замучили. Ну, здесь вот мандаринки такие. Евро кило. Лимушка по евро. Ну, пойдем, пройдем туда. Рынок Теулада. Много-много лет назад я снимал здесь ролики, показывал людям, что сколько стоит. Много, тысячи людей посмотрели, пришли, купили что-то себе. А мы продаем недвижимость. Только агентство уже более 10 лет нашему. А уж рекламу я начал где-то в 2008 году. Продаем, ремонтируем, сдаем в аренду. Управляем десятками квартир. Обращайтесь. Помидорки хорошие. Вон вообще 6,95. Домашние помидоры 6,95, по-моему, за кило. Да.
Ух ты! Але, где ваш мелон? Нена, вам аль мелон! Красота! Да, цены выросли за 15 лет. Пинья, нена! Гранада, плата, грибочки! Грибочки! Але, 1,49 плата, ну, Какие! Соль. 3 еврика. Розовая соль. Видите? Вот соль морская. 2,40 за пакетик. Нос полоскать можно. Вот еще и такая есть. Большой выбор. Приправы. Лаврушка, к примеру. 2 еврика за банку. У нас деревья здесь растут. Бесплатно можно пойти нарвать. Ну тут же что еще? Всякие для дома продаются. Замочки по еврику. Ух ты, дешевле, чем у китайцев. У китайцев... А, ну такие маленькие тоже стоят где-то евро с копеечкой. Недавно покупал просто на тумбочку. Ой, что тут только нет. Так, там тоже фрукты, овощи. Ну пойдемте туда, где у нас обычно продается укроп. В том конце. Ой, пардон. Вот тоже виноградик хороший. Хороший виноград прям. Яблочки, ух ты. Крупные, крупные какие по еврику. Я что-то напал многие годы на кисленькие. В Меркадоне покупаю. Вот такие помидорки. Ну типа домашние. 2,50. Эти тут и по 3 евро помидоры, по 3,50. Тут же вещички можно приобрести. Различные. Так, что мы посмотрели основное, да, уже? О, огурчики. Огурчики. Огурчики? Вот. 5 евриков. Вот видите, маленькие для засолки, к примеру. 5 евро за кило. Нормально так. 5 евриков уже цена. Можно попробовать помидорки. Давайте попробуем. Ну-ка, огурчики. Видите, как грамотно здесь. Подходи, пробуй. Да. Чуть-чуть подсоленные. Бомба. И целый прилавок. Огурчики, помидорка. Вкуснятина. Огурчики покрупнее. Тут помидорки такие мягенькие уже, по 99 центов. Ну понятно, да, вам цены? В принципе. Помидоры аж до 6 евро за кило. Так, не снимал еще дыньку. Нахер вам, смотрите. Манго. 4,95 за кило. Да, цены, конечно, растут постепенно, постепенно растут. Ну что делать, инфляция? Игрушки. А, это киви. Цена. Длинное видео будет, конечно.
Вот смотрите, сколько стоит, что за грибы. Семь евриков в коробочке. Нормально. Надо грибы разводить. О, бананчики. Пока еще никто на меня не кричит. Я помню, тогда давно, много лет назад снимал, некоторые недовольны были. Сейчас вроде все молчат, даже по-русски разговаривают. Как все изменилось. Так, а что здесь хватает? Лук по 80 центов. Вот там где-то всегда укроп продавался. Обрывать видео не хочу. Некогда делать. Морковка. Вот. Редиска. Русскоязычные людишки наши. Арабы гребут морковку. Что они с ней делают, не знаю. Прям выгребают. По евро 20 морковка. Ну да, подешевле, чем в Меркадоне. Значительно. 5 кило. 3 еврика. Ну, гранаты. Завтра еду кататься на велике, гранат наберу. Просто так, как грибов для души. Ну, евро кило стоит. Сейчас сезон. Всего еврик за кило. Картошка. Евро кило. Еще схожу на рынок сниму. Тоже просят меня много уже времени. Сними. Ну ладно, давайте сниму. Пошли, где же у нас укроп? Можно прикупить также. Простенькие разные. Чехлы на... На этот, на матрасы. Вообще. Лимоны по 80 центов. Блин. Что тут еще? Ой, как светит. Сумки по 10-8 евро. Так, ну что тут еще интересного? А, вот оливки, да? Евро 75. 250 грамм, ну и так далее. Я обожаю испанские оливки. 1,4 2 еврика. Вкуснятина нереальная. Раньше брал, прямо набирал. Всего-всего. Сейчас лень стала ездить на рынок. Это ж надо ехать, парковаться. Ну, трусики, мусики. Где-то должно быть 99 центов.
капуста по еврику. Огурчики по евро 50. Есть такие цены. Но сейчас к концу рынка, к 2 часам, цены начнут падать. Тот, кто не распродал, естественно, будет снижать. Капуста. Полвилка еврик, по-моему. Такая вот. Евро 20 долька. Че, лучок я еще не снимал, да? Тут у нас зелень всякая разная. Редьки, медьки. Евро 50 огурчики. Где же укроп? Хотел найти, показать вам, сколько укроп стоит. Евро 50 одна штучка капусты. Вот цветная капуста. Еврик. Тоже по евро. Не пойму. Стерлась. Перчик. Арабов много. Столько стало. Лучок. Два штучки за евро 50. Или 2 кило, чуть не вижу. Тыква, да? Евро 50 кило. А, во. Укропчик. Евро 25. Нашел наконец-то. Пучок укропа. Евро 25 здесь стоит. В этом покупал в этом супермаркете. 2,80 за 2 пучка. По евро 40. Итого получается, что всего лишь в магазине Мега Балтика, о котором недавно я снимал ролик, цена дороже всего лишь на 15 центов, да? Я уже отвлекся. За кило. Ну, лучок такой, видите? Напоминаю, мы продаем недвижимость очень давно. Ремонтируем недвижимость. Консультации оказываем. Пишите. Либо в личке, либо... На телефоны, на имейлы. Ну вот перчик. Яблочки. Ну все вроде посмотрел. А, ну вот этот перчик не помню. Видите, какой хороший перец. Сразу 3,50. Ну все. Здесь тоже вот нашел я укроп, петрушку. Тоже евро 25 пучок. Понятно, да? Салаты, евро. А, шпинат. Евро 25. Ну и тут 3 капусточки за евро можно купить. Подешевле, конечно, чем в Меркадоне все. Поэтому рынок и работает. Полиция ходит, контролирует. Ну все, вроде снял. Хорошо, что везде ценники стали. Раньше ценников меньше было, я помню. Похоже, их заставляют, что ли. Обязательно стали. Ну, а кассовых аппаратов, по-моему, как не было, да? Так и нет, я не вижу.
То есть в Испании обвешивай, обсушивай, обтрусывай. Как было, так и осталось. Орешки любимые. Я сейчас на низкокалорийной диете, но регулярно покупаю орешки Меркадони. Нет цен, к сожалению. Даже за 100 грамм не написано. Конфеты вред. Я ем только салаты, мяско, мясо, индейку, курочку, свининку. А вот, кстати, 1,50 €. Вкуснятина. Здесь 2 еврика за 250 грамм. Видите, да? 1,65 €. Оливочки. 1/4. Все по 1/4. 3,15. Бомба. Просто бомба. Это, наверное, для меня лично это самый вкусный отдел на рынке сейчас, потому что я без оливок жить не могу. Если меня, не дай бог, когда-нибудь посадят, я сбегу из тюрьмы только из-за оливок. Сделаю побег. Вот 70 €. Ассорти. Класс. Тоже ассорти люблю. Ну, в основном со специями. Ну, понятно, да? Все оливки показывать, это нет смысла. Вы видели цены. Ну, допустим, с чесночком внутри, да? $3.25, то есть, потому что уже это надо ручками вставлять все дело. Вряд ли кто-то изобрел аппарат, чтобы чеснок вставлять. Хотя, кто знает, не интересовался я. Напишите в комментариях, есть такие аппараты или нет. Перчик тоже обожаю, вот этот перчик просто обожаю, всегда покупаю острый. Так, у меня что-то гопрочка 11 нагрелась, хотя я вроде уже не жарко, поэтому если вдруг она отрубится сама, значит ролик закончился. Но в принципе я основные цены вроде бы на все снял. Лимоны меньше еврика. Ну, так как-то. Тут 2 кило за 1 €, вообще гранаты. 2 кило за 1 €. Но они уже прям переспевшие. Здесь 50 €. Перчик уже немножко попорченный. А там мы видели с вами перчик за 3,50, насколько я помню. Очень хороший такой прямо. Здесь, видите, уже дешевле 2 раза, если чуть-чуть порченый. Ну, порченый, мятый там. А, морковка, вот здесь 1 € за кило. Там было 20 €, по-моему, что ли. Поэтому здесь все разобрали уже. Смотрите, время еще где-то примерно 11 даже нет, а уже всю морковку разобрали, потому что она по 1 €. 2,10 платок. Ой, нет, я ошибаюсь. Может быть. Ну вот и все. У нас очень тепло. Да что ж ты чихаешь-то так? Хоть бы прикрылся. У нас очень тепло и комфортно. Сегодня, кажется, 18 ноября. Подписывайтесь на меня в ТикТок, везде. Ссылки укажу под видео. Веду каждый день прямые трансляции на ТикТоке. Засосало меня туда.